А, это Алексей. Другой. Это не артиллерия. Вон сзади, покажи, идут люди. Когда снимаешь, одновременно глазами поворачивай в разные места. Надо мне это облачаться. Мне тоже это? Ну, я не знаю, как. У тебя это фуражки-то нету, что ли? Нет. Ну, все нормально? Шапочка есть. Ну, что-то надень, это с башлыком здесь стоишь. Ни одного такого нету. Воистину воскресе. И без головного убора нельзя. Да, вот смотри, как у всех до одного, у тебя ты выделяешься, то есть по-другому что-то умничаешь. Нельзя это делать. Ну, посмотри, вот вокруг, погляди. Телефон. Сотовый. Ну вот видишь. Я не знаю даже, где ты в карман залез. Проводами, чтобы вы записали собрание. Выход, видели? Да не надо на холодильник. Холодильник в комнату закроется еще. Ну на холодильник. Мне бы лучше было, ты на крысе повесил, а то там мыши есть. В стенках-то. Как бы они залезли. Ну а там на стене крючки висят, прям холодили. Что не приезд, то все круче. Ну их повесит и все. Это 100% защита. А тебе в комнате на кухне там аппарат, видеоаппарат и провода. Заберите. Заранее расстелите, как заходят, как у нас это положено. Все собрание, запишите там занятия. Доброе утро. Все, давайте. Доброе утро. Мы ждем артиллерию, на улице стоим. Сейчас владыка должен подъехать. Митрополит. Все, отошел? Так, ну и все, пока, отключай.